Такая единая информационная служба появилась в Сочи впервые. Люди ищут информацию о кладбищах, участках, захоронениях, задают вопросы о регистрации захоронений и санитарном состоянии. Сведения здесь можно получить по всем кладбищам. Их в городе 107. И, конечно, помогать людям в первые самые сложные часы – это одна из многих, но, пожалуй, самая важная задача службы. Когда беда приходит в дом, человек находится в состоянии шока. Он не знает, что ему делать, куда ему звонить, кого вызывать. Наша задача – скоординировать деятельность всех служб в этом вопросе. То есть это участковый полицейский, судебно-медицинская экспертиза, служба перевозки. Единая информационная служба в том числе может оградить людей от недобросовестных посредников, которые на самом деле не имеют прямого отношения к организации ритуальных услуг. Кроме того, муниципальная служба позволяет снизить общие расходы на ритуал.